Темку. Кукусик, ребят. Так, а что это? Мы начинаем все заново, или что? Откуда эта штука? Так, погоди, дай проверить. Вроде мы в прошлой серии убрали были этих монстров. Ладно, так, все, всех приветствую, всем приятного просмотра. Я так понимаю, сегодня у нас будет с вами последняя серия, так как игра вроде бы коротенькая. И по идее, сегодня мы должны будем с вами ее пройти. Так, сейчас у меня тут проедет мигалка. Так, что это? Камень. Карта. Хотя вроде мы все прошли с вами здесь, если я не ошибаюсь. Да? Или нет? Или да, или нет? Вот этот вот момент меня смущает. Вот это вот системы. Так, это второй этаж. Ну ладно, если мы что-то и пропустили, значит мы... Что-то пропустили. Так, давайте делаем чпоник-поник. Все, шикарно. Да, в прошлой серии мы остановились именно конкретно вот на этом месте. Эмили? Она наверху. Но как туда подняться? Вот это вот мне интересно. И тоже мне интересно, почему... Так, тихо, что это? Ага, батарейки. А как мы батарейки менять будем с вами? А, я без понятия. Ну, ладно. Так, мне интересно, если они боятся так света, вот эти вот монстры, то как они на улице ходят? Как они ходят, падлы, на улице? Так, мне нужно куда-то подняться. Там у нас тупик, правильно я понимаю? Да. Значит, нам нужно сюда и куда-то. Какой он огромный. Надеюсь, меня не заметил. Так, новоценный выход. А вы видели эту эту машину огненную? Так, ладно, давайте. Давайте смотреть, что у нас тут ждет с вами. Надеюсь, мне не придется с ним... Ой, ё-моё, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надеюсь, мне не придется с ним сражаться. Так, у нас тут пар. По-любому нужно будет выключать. Так, что это такое? Так, батарея восстанавливает заряд фонарика. Мне интересно, они суммируются, либо нет, либо я зря это сейчас сделал. Так, ну давайте, знаете, что сделаем? Давайте, наверное, их... Так, с помощью фонарика... Подкрасться сзади. Так, подкрасться сзади. С помощью фонарика можно мгновенно уничтожить монстра. Придите к нему сзади, нажмите Е. При этом расходуется заряд. Хорошо, давайте попробуем. Я так и не понял, меньше, конечно. А можно удрать вот эту вот надпись? Я ж ничего не вижу. Я же вообще ничего не вижу. Так, алло, игра, убери надписи, пожалуйста. Все, спасибо. Так, давайте, наверное, пока мисс батарейку не тратить. Брать ее, не брать с собой. Я просто не знаю, суммируется ли это все. Или каждый раз просто оно заново заряжается. Так, давай попробуем сейчас нажать на Ешку. Дон Дистали библиотеки. Прям в очече ему. Ну да, согласен. Тут даже я бы, наверное, подъехал бы. Если бы такой фонарик бы мне в туз засунули. Блин, сильно много расходуются батарейки. Так, давайте, наверное, мы его... Вот так сделаем. Ах ты, падла, плюнула в меня, да? Скотыняка. Так, все, тихо-тихо-тихо-тихо. Что за музыка? Алло, алло, игра. Что за музыка? Прекращай. Так, это ингалятор. Давайте, наверное, используем ингалятор. Ой, хорошо.
Да. Прежде, чтобы не попадать монстрам на глаза. Не может быть. Так, фух, я выбралась. Но Эмили все еще внутри. Что же мне делать? Так, лестница, если залезу через окно, монстр не увидит. Так, добраться до пожарной машины, хорошо. Только самое печальное в этой игре, тут что нельзя прыгать. Через забор, так, к примеру, вылезти нужно. Нужно вот это вот бегать, искать выход. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Я надеюсь, что я в школе ничего не пропустил. Я надеюсь, что я ничего не пропустил в школе. Потому что это будет печально. Забыть какой-то кристалл, либо билетик, либо еще что-то в этом плане. Так, как тут выключить пар? I don't know. Ну и ладно, так, побежали к пожарной машине. Так, что это такое? Ингалятор. Ага, ингалятор у нас полный. Куда ты собралась? Что? Послушайте, кто вы такой? Ты ничего не забыла? Я... Послушайте, мне нужна помощь. В школе полно монстров. И они... Ты должна найти Эмили. Только тогда этот кошмар закончится. Это какая-то чушь. Погодите, откуда вы знаете про нее? Вы знаете, что происходит? Девочка, нам некогда с тобой болтать. Тебе нужно найти свою двоюродную сестру. Но я пытаюсь ей помочь. Я слышала ее голос на втором этаже. Видите лестницу? Я хотела туда залезть. Хорошо. Эй, постойте. Вы мне не поможете? Я не знаю, что делать. Не уходите. Так, что это за человек? Он исчез, как будто его и не было. Так, нас самое странное я сегодня видел, да. Выглядит как обычный человек. Не знаю, что и думать. Так, я тоже не знаю, что и думать, но... Но сюда мы не пройдем. Держу в курсе, мы не пройдем сюда. А как это все выключить? Так, тут нельзя никак пройти. Не залезть, ничего. Блин. Не работает, не работает. Ладно, значит, будем искать другой вход, выход. Ну, туда мы явно не пройдем, ребят. Значит, что будем делать? Смотри, давай, наверное, мы побежим вот сюда. И попробуем найти какой-то вентиль, чтобы выключить, да, фар? Так, а где этот вентиль находится? Так, что это такое? Ага, батареечка. Батареечка. Так, вентиль. Где ты, где ты, где ты? Так, ну тут нету. Сюда и тоже не залезть, да? И там меня током бьет. И тут никак не пройти. Ага. Ага, ага, ага. И в школу возвращаться нету смысла, правильно я понимаешь? Так, что тут в помоечке? В помоечке ничего. Блин, может в школу вернуться, и там где-то пар выключается. Так, ага, но нам нужно сюда пройти, это я понял. Это я понял. Нужно назад вернуться. Но я там не могу пройти, там электричество. Я явно не пройду. Так, ну ингалятор у нас тут есть. Давайте попробуем, конечно, пробежать. Но я думаю, навряд ли. Я думаю, навряд ли получится. Стой, тихо. А можно эту штуку двигать? Не, нельзя? Вот оно что, Михалыч. То есть мы сюда можем пройти? Понял, а я туплю, да? Окей. Так, что это? Батареечки. Батареечки нам не надо. Хорошо, я тупил стояла. Серьезно? Телепорт?
Жесть. Wow. Ого. That one's Это какая-то different. другая тварь. Oh, I'd better not get too Лучше close. слишком близко не подходить. Согласен, согласен. Предлагаю уносить отсюда ноги. Щекастая это наша. Так, фонарик. Во, начинается метро, да? Это хорошо, это хорошо. Так, идем сюда. This is crazy. Ужас, надо было пойти за помощью. Надо было, но уже поздно. Говорится, мы уже тут вдвоем. Мы тут уже вдвоем. Блин, а вот этот вентиль не выключает случайно? Пар в трубе. Так, стой, мы туда сможем пройти? Нет, туда мы не сможем пройти. Там все закрыто, значит нам наверх. Бонжур. Месье Бабайка. Так, хорошо, сюда мы тоже пройдем. Давайте посмотрим, что тут есть интересного. А походу ничего, да? Ага, вот мы тут были. Это ингалятор. Ингалятор использовать не могу. Не могу, не могу, не могу. Так. Так, эта штука заряжается, если посветить фонариком. Та ты шуля. А, нормально. Нормально, нормально. Я думал, что как обычно. Что-то ты испортил. Так, все, побежали. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Так, выключить. Выключить, выключить, присесть. Так, они повсюду. Не заметь меня, не заметь, заметь меня, не заметь меня. Так, не заметь меня, пожалуйста. Ой, ой, тихо, 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 тихо. Don't disturb the библиотеке. Так, ну у нас-то есть с вами фонарик, мы сможем его использовать, но... Не хочется тратить заряд батарейки, мало ли, может... Нам пригодится. Так, отлично. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой сейчас возьмем... Кока-колу. И отвлечем этих монстров. Все. До побачення. А мы с вами пойдем вот сюда. Сейчас отвлечем. И быстро пробежим. Только нужно как-то сделать так, чтобы они нас не заметили. Так, давай, наверное, куда-то вон туда его. Во-во-во. Все, молодцы, красавчики. Не-не-не, вы не тупые. Ой-ё-моё, ой-ё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 -
алло, 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 алло. Алло, алло, отстань, отстань от маленькой. Отстань от маленькой девочки. Ля, ты крыса. Ага, понял, отвлек, проверяй. Надежный план, как швейцарские часы, да? Понял, они повсюду. Короче, сюда мы не пройдем, я понял. А куда мы пройдем? Куда мы пройдем? Наверное, через вот этого вот монстра. Который тут единственный. Наверное, через него можно будет. Ну, давайте попробуем. Крыса, давайте попробуем. Но по-любому мы сейчас Кока-Колу с вами заберем. Только единственное, не понял, они должны были отвлечься на баночку. Они не отвлеклись. Так, взять. Давай, пошел. Ага, вон еще впереди монстр. А меня не видно, а меня не видно. А меня не видно, не видно, не видно. Все, меня тут нету. Не-не-не-не. Как ты меня видишь, если меня тут нету?
Я как человек-невидимка. А мы хоть правильно с вами идем или не? Или как обычно, я что-то куда-то... Что-то куда-то направился. Да вроде правильно. Тут не пройти нигде. На заправку тоже. То есть по прямой. По прямой, по прямой. И налево, направо. Киевшки. Киевшки. Просто если я сейчас ему впендюрю в туз этот, как его, фонарик. Думаю, меня сразу все заметят. Так, пожалуйста, можно тут пройти? Да, можно тут пройти. Хорошо. Шикарно. Ура! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты ж меня не видишь? Все, ты меня не видишь. Отлично. Не-не-не, никакой нагнетающей музыки не надо. Все. Все хорошо, меня не видно. Так, дверку открыть можно? Дверку открыть нельзя. Ой-ё, тихо. Бонжур. Донде стали библиотека? Блин, я хотел ему фонарик в туз засунуть. Он, падла, заметил меня. Ну ладно. Так, мы с вами правильно идем? Да, правильно. Только. Так, направо и налево. Не знаю, будем исследовать полностью весь этот район или нет. Или давай лучше мы спасем нашу двоюродную сестру и уйдем отсюда. Так, батареечка, хорошо. Батареечки — это всегда хорошо. Так, направо мне нужно. Мне нужно направо. Ну, по-большому-то... О, что это такое? Дай сюда. Надо. Это мне надо. Ага. О, хорошо. Так, полезная вещь, да. Ну, по большому счету мы-то сможем... Ой, ёптвы. Сможем избавиться от них с помощью фонарика. Если мы очень сильно постараемся... Так, давай-ка мы тебя вон туда отправим. А сами пройдем. Ну, а ты не хочешь отправиться к ним, не? Ой, эти монстры, конечно, бесячие. Так, все. И до побачення. Не-не-не-не-не, ты ж меня не видишь. Погоди. О, все, шикарно. Так, вот ты где, Эмили, ты видишь меня, Эмили? Подожди, не убегай, я иду к тебе. Серьезно? Вот это повезло, аккумулятора нет. Ну, только не видишь, меня аккумулятор надо будет искать. Кто-то я забрал, кто-то склизкий. Если пойти по следам, то аккумулятор, вероятно, найдется. Правда, вместе с ним можно найти то, что оставило эту слизь. Но аккумулятор мне нужен. Не хочу опять наткнуться на того горячего громилу. Так, что это такое? Ой-ё, сзади, 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 сзади. Щекастая сзади. Так, эта странная штука отдельно крепится к фонарику. Не знаю, что это, но ослепить монстра яркими вспышками пригодится. Так, улучшенные атаки вспышки. Если вас окружили, удерживайте F, чтобы оглушить монстров. Окей, давай попробуем. Та, ты шоля как. Как могу, только куда бежать, куда бежать, куда бежать. Куда бежать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не сюда. Все. Спокойно, монстры. Меня здесь больше нету. Блин, а полезная штука? Она мне пригодилась бы раньше.
Ого. Этого не может быть. Да ты шоля. Сиреноголовый, ребят. Кажется, кто понял отсылочку, ставьте лайк. Да. Так, побежали. Надеюсь, он нас не заметит. Потому что чувствую, что он нас использует как тампон. Так, игровые автоматы. Пожалуй, единственное место в городе, которое мне нравилось. Даже играть не получится, обязательно мальчишки все испортят. Так, а я вижу ингалятор. Так, заперто с другой стороны. Хорошо. Так, что нам нужно? Нам нужно, во-первых... Во-первых, найти аккумулятор, да? Правильно понимаю. А во-вторых, не попасться на глаза монстрам. Так, батареечки много у нас. Поиграть можем? Нет, не можем. Жалко. Так, кажется, провода уходят на второй этаж. Значит, где-то там есть аккумулятор. Слышь, а вас не сильно много здесь ли? Не? Присядь. Так, я предлагаю вот этому вот, который стоит, сделать Дон де Сталя библиотекой. Ебоникс. Не-не, ну ты ж тупой. Куда ты? Ты ж тупой, куда ты идешь? Ты ж меня не видишь. Ах ты падла. Маленьких обижать, да? Маленьких он обижает. Так, заберу эту штуку. Отлично. Давайте используем ингалятор. Заберем Соса Соло. И пойдем... Сходим, посмотрим, что тут есть. Мало ли, тайничок какой-то будет с дробовиком. Ага. Тайничок с дробовиком, я понял. Шикарный. Так, нам на второй этаж нужно, правильно же я понимаю? Понимаешь, что нам на второй этаж нужно? Так, заперто с другой стороны, хорошо. Так, ингалятор забрал? Или нет? Алло, игра. А, это не ингалятор, это баночка была. Ну да. Так, место похоже на... Это как его? На казино в пабге. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. На, лови. А ты куда пошло? А ты куда пошло? Меня тут нету. Меня здесь нету. Так, а как пройти мне на второй? Ё-моё! Как пройти на второй этаж? Отстань, отстань! Отстань, отстань, отстань! Отстань от маленькой! Отстань от маленькой! Пожалуйста, маленькая, отстань, девочка! Все, 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 все. Ну все, ну отстаньте, пожалуйста. Все, наконец-то. Ну, забери. Так, круто. Все, мы со всеми справились. Крица, я боялся, да? Тихо, тихо, еще один есть. Ладно, пусть... Пусть живет, не будем тратить заряд. А сходим с вами на второй этаж. Только как мне это сделать? Я без понятия. Так, уф. Ага, вон провода идут на второй этаж, только как туда подняться? Мне кто-то скажет. Блин, батареек мне не надо, да? Ингалятор я заберу.
Аллигатор мы с вами заберем. Так, давай смотреть, как подняться на второй этаж. Есть ли тут какой-то проход? Не, по-любому есть, но я, наверное, его не вижу. Так, что это? Что это, что это, что это? Давай посмотрим. Может, как-то так можно будет? Ага, понятно. Понятно, спасибо, пожалуйста. Давай, берем Кока-Колу. Давай сюда. И смотрим. Так, сюда. Может, мне нужно пройти через это тело? Может, мне как-то через это тело нужно пройти или нет? Честно, не вижу подъема. Так. Честно, не вижу подъема. Ладно, идемте через это тело, попробуем пройти. Так, присели. Присели, давай вон туда. И донде стала библиотека? Все. До побачення. Блин, ну вот эта вот вспышка, которая у нас новая, хорошая вещь, помогла нам. Очень сильно нам помогла. Так, о, ингалятор. Давай по максимуму забьем. Угу. Ну, мы поднялись наверх, и что? И что это нам дало? Ага, вижу, что это нам дало. Дало лестничку. И возможность пройти дальше. Так, ой, тихо, 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 я думал, мы упали. Так, ой, какое неудобное управление. Самое интересное, что я мышкой не могу крутить. Да ты шо, ля какой. Я всегда с собой беру. Нужно быть осторожнее. Не хочу знакомиться с этим чудовищем поближе. Согласен. Не, ну с этим как-то мы справимся. А с тем сиреноголовым, конечно, я не уверен, что мы его одолеем. Хотя у нас есть фонарик, так что. Так. Ой, дай угадаю, это типа, наверное... Так, дай-ка угадаю, если мы это не сделаем, то мы с вами не пройдем, да? Понятно, мы это сделали. Ра! Где-то здесь должен быть аккумулятор. Арчи, просто смартфон, я тебе отвечаю. Так, вот и аккумулятор. Давай сюда. На автомобильный аккумулятор не похож. Вроде игрушечный, но только большой. Его сделал ребенок. Походу наша это, как его сестренка сделала. Ой, ой. А сейчас начнется, да? О, бонжур. Моя ж ты зайка ля какая. Но, пожалуйста, уходи. Так, новая цель. Сбежать из зала игровых автоматов. Аккумулятор у меня, но теперь за мной гонится один из этих огромных монстров. Нужно выбраться отсюда незаметно для него. И как ты это предлагаешь сделать? Как ты предлагаешь... Ой-ё, тихо. Как ты это предлагаешь сделать? Так, хорошо, попробуем. Когда он сейчас направо будет светить, пробежать вот тут. О, все, до побачення. Едва сбежала. Так, кажется, он... Но меня не видели, теперь нужно как-то отсюда выбраться. Я смогу.
Так, ребят, сори, трудно и читать, и бежать, и делать все подряд. Так, ну тут понятненько. Тут понятно, тут мы сюда и пройдем. Все, тихо-тихо. Все, мы пропали, нас тут нету. И выход, по-моему, слева находится, если я не ошибаюсь. Так, давай смотреть, куда будет сейчас направлен свет. Ага, свет направлен сюда, а нам налево, по-моему. Нам, по-моему, налево. Либо нет. Так, мы же, по-моему, вроде отсюда пришли. Слышь? Мистер Бабайка, ну да, нам налево нужно. А ты не хочешь своим прожектором светить еще куда-то, не? Да нет такого желания. Так, ингалятор, хорошо. И что мне тут делать? Как мне его пройти? Как мне его... Тихо, девочка, беги. Беги, девочка, беги. Блин, мне сюда нужно на лестничку. Стой. Присядь, все. Все, хорошо. Выбрались. Так, ну что могу сказать, мы с вами красавчики, мы с вами умнички, мы с вами победили монстры. Так, так, мне кажется, что Эмиль использует как нашивку для меня. В городе больше нет никого, одни монстры поджидают меня на каждом углу. Может, я просто слишком напугана? Ощущение, что я все какая-то глупая шутка, чтобы поиздеваться. Согласен. Так, что мне нужно? Куда мне нужно? Мне сюда нужно? Нет, мне сюда нужно, да? Да. Мне нужно куда-то вот сюда. Только куда? Так, давайте пробежимся немножко. По-моему, сюда, да? Не, нам нужно... Так, ага, нам нужно вот, где хрестик. А как туда пройти? Это только... Переулок. И направо. Ну там все закрыто, налево тоже. Может, там дверки будут, я надеюсь. Хоть какие-то. Мы сможем с вами пройти. Так, ну, здесь вроде все чисто. Можно не бояться. Территория школы прямо за этим забором. Угу. И как мы пройдем? Как мы с тобой пройдем? Ага, я без понятия, да? Нужно отключить тебя как-то. Так, тут закрыто. Ага, вот оно что, Михалыч, давай. Понял. А, ну да, мы же сюда как раз и пришли. Все, молодец, Арчи, давай, бегим обратно. Бегим на другую. Тихо, не-не-не, ну куда-то. Бегим обратно. Так. Вот, по-моему, вот сюда, да? И в трубу. Все, шикарно. Так, лестница вниз и... стой. Так, давай вот эти вот все штуки перекроем. Так, что я сделал? Во, шикарно. Шикарненько. Теперь мы с вами не утонем. Так, дальше можем пройти? Что у нас тут находится? Что-то вижу светится. Что это? Ага, это кристалл. Так, это кристаллик у нас. Но нам нужно вот сюда, на лестничку.
Правильно? Правильно. Чпоник. Все. Арчи, молодец. Арчи, умничка. Открыть мы не можем. Перелезть тоже, да, не можем? Или можем? Можем. Блин, разработчики, спасибо вам большое, что мне не пришлось обратно проделывать тот же путь. Это было тупо, я думаю. Так, полезли. Давай. Ага, фонарик выключи. Чпоник, чпуник. Все, мы опять на месте. Там, где были. Так, как говорится, работаем по старой схеме. Берем бутылочку, делаем мы вот так. Теперь мы берем бутылочку, делаем вот так. А сами делаем вот так. Вот так вот. Абсолютно. Абсолютно вот так вот. Так, все, шикарно. Давай, аккумулятор вставляем. Полезли спасать нашу сестренку. Так, ну, алло, игра, пусти. Ну, пусти, ну наконец-то. Та-да! Надеюсь, вы сейчас в этот момент, когда смотрите, просто аплодируете стоя. Потому что мы с вами красавчики, справились. Твою ж. Ага, опять это, да? Тело меня преследует. Ладно, ладно, ладно. Чпоник. Так, новая цель. Найти Эмили на втором этаже. Блин, я думал, что на данный момент это будет финальная серия. Но походу нет. Походу придется записывать еще одну. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Не знаю, я сейчас сразу же буду записывать вторую серию. Если она короткая, ну то есть не будет там 5, 6, 7, то я выпущу сразу две серии в один день. Ну то есть как бы как-то так. А если нет, то придется по одной. Так что все. Всем спасибо, всем пожалуйста, всем до потом.